Благодарим за помощь в создании этого видео букмекерскую компанию 1xbet. Подписывайтесь на самого надежного букмекера. Канал и ссылка в описании. И второй полуфинал! Вы готовы? Прекрасно! Из клуба Backstage CrossFit вице-чемпион Санкт-Петербурга по кросслифтингу Дмитрий Суслов! Призер городских и региональных турниров по бодибилдингу, представляющий клуб Sky Fitness Санкт-Петербург Михаил Горяев! Итак, в программе у парней 10 подъемов переворотом на турнике, сложнейшие упражнения. 10 взятий гири в стойку каждой рукой, 24 килограмма. 15 подъемов штанги над головой любым способом, 50 килограмм. 10 приседаний с удержанием гири на груди, 24 килограмма. И 20 отжиманий с цепью, 20 килограмм. Наши неизменные судьи Павел Бекетов и Иман Балчидис. 3, 2, 1, поехали! Головокружительные упражнения. Разную технику демонстрируют спортсмены. И у Дмитрия Суслова не возникает пока никаких проблем с этим движением. Он делает их за раз. Так, небольшая смена. Почти ноздря в ноздрю идут атлеты и справляются с последним повторением, переходя на гирю. Небольшая передышка с гирей. Полное спокойствие и равнодушие демонстрируют атлеты на этом упражнении. И Дмитрий Суслов справляется с упражнением и переходит на штангу. Подбодрите! И он решает использовать в этом движении технику рывка в стойку. Миша, догоняй! Комбинирует движение Дмитрий и начинает поднимать штангу привычным толчковым хватом и вновь рывковым, демонстрируя прекрасную технику движений. Миша, давай, не отставай! Поаплодируйте атлетам! Дмитрий справляется со штангой и переходит. Вот такое бывает на высоком пульсе и на сильной.
И между тем Дмитрий уже на последнем движении осуществляет отжимания на брусьях с цепью на шее 20 килограмм. Очень коварное и тяжелое упражнение. Цепь душит и валит вперед. А Михаил по-прежнему борется со штангой. Ему остается 3 повторения. Поддержите атлета! Миша, эти аплодисменты для тебя! А Дмитрий спокойно и размеренно делает брусья понемножку. Еще 5 повторений отделяет его от победы. Миша, не сиди! Потом отдохнешь, давай бери ее! И вот так красиво он завершает. И берет гирю, да? Берет гирю, Миша берет гирю! И последнее повторение. Дмитрий справляется. И Дмитрий становится победителем 2-го полуфинала. Поаплодируем атлету. Ну и, конечно, Михаил Горяев. Ему тоже было непросто. Вы это видели? Не жадничайте, хлопайте, хлопайте. Парни, спасибо.